Новогодние чудеса уже начались. Представления и музыкальные спектакли для владимирцев в эти дни проходят в разных учреждениях культуры. Многие из них продолжатся и в январские праздники. Любителей сказок ждут встречи со Змеем Горынычем, Щелкунчиком, Морским Волком и Храбрым Зайцем, а еще новогодний детектив, поиски потерянной звезды и даже Снежного Человека. Встречать самую волшебную ночь года на Соборной площади можно будет, начиная с 23:00. В это время там начнется праздничная трансляция одного из федеральных каналов, в том числе и традиционное обращение президента. А в час ночи на площади стартует дискотека. В это же время праздничные танцевальные программы начнутся на площади Победы, в Центральном и Добросельском парках. Кроме того, 31 декабря с 23:00 встречать Новый год приглашает парк «Дружба». Продолжат танцевать владимирцы 1 января. В 8 вечера на Соборной площади вновь начнется праздничная дискотека. На следующий день с 14:30 там же проведут интересные развлекательные программы для детей и взрослых. А в парке «Дружба» 2 января детский праздник «Новогоднее чудо». Начало в 11:30. 3 января Центральный парк приглашает на день рассола. Народное гуляние начнется в полдень. На Соборной площади в этот же день с часа дня владимирцев и гостей города будут удивлять познавательным представлением от Владимирского планетария и концертной программой «Новогодний серпантин» от городского дворца культуры. В полдень 4 января на Соборной площади всех ждет праздничная программа «Снег кружится». На улице Мира в этот день проведут народное гуляние. Оно начнется в 18:00 на площади перед Домом культуры. 5 января в 11 утра в Добросельском парке пройдет семейный праздник «На свежем воздухе». С 14:00 на Соборной площади также начнется развлекательная программа для детей и взрослых, а в 15:00 там же представление Муромского театра кукол. В рождественский сочельник 6 января в полдень юных владимирцев на Соборной площади также ждет кукольное представление, а в 14:00 всех собравшихся научат колядовать. В загородном парке в полдень в этот день проект «Самовар-пати». Посетителей порадуют конкурсами и развлечениями. 7 января отмечаем светлый православный праздник – Рождество. В этот день интересные игры и программы для жителей и гостей города подготовили парки. В полдень на Соборной площади также пройдет театрализованное действо, которое познакомит участников с рождественскими традициями и забавами. 8 января в полдень на Соборной площади начнется игра-квест, а затем интересная программа от одного из городских парков. С подробной новогодней афишей можно познакомиться на сайте мэрии.